Вот идет женщина, похожая на овес. У нее выступает вперед подбородок и нос. Она археологическая ископаемая, колышущаяся на ветру. Она уходит, незнаемая, говорит: «Я никогда не умру». Вот пролетает женщина, похожая на дикое облако, похожая на кота. Она вроде бы белая и пушистая, но царапается. У нее идет дым изо рта, она может мурчать и тереться, а может плакать, как дождь. Чтобы втереться в доверие, говорит: «Ты никогда не умрешь». Вот возникает женщина, похожая на огненного дракона. У нее вроде бы одна голова, но внутри нее голов, как попкорна. Она прожигает взглядом все, что горит огнем. Говорит: «Милый, будь со мной рядом». Говорит: «Мы никогда не умрем».